Всем привет, дорогие друзья! Утро в Лас-Вегасе. Небольшой видеоблог решил я записать вам, товарищи, братцы из Америки. Много вопросов возникло по поводу последних видео на канале. И что это за синий кружок, за красный кружок, что это такое, тили-тили-трали-вали. Расскажу, что это такое. Это, дорогие друзья, SteelSeries Sentry iTracker. В простонародье датчик, который считывает сетчатку моих глаз и показывает вам, куда именно я смотрю на мониторе. В CSGO, скажете вы, тема бесполезная, уже не раз я читал такие отзывы. Хотя, с другой стороны, не знаю, почему люди так скептически к этому относятся у нас, потому что, почитав, например, отзывы на других каналах, возможно, это связано с тем, что на других каналах играли не в GO, а, например, в Dota или в Лигу Легенд плюс StarCraft, там достаточно-таки круто оценили этот девайс, это устройство. Но у нас почему-то решили, что в CSGO не понадобится знать, кто куда смотрит и кто чем дышит, так сказать. Ну, я не знаю, друзья, если честно. Посмотрим. Посмотрим. Только будущее, так сказать, ответит нам на этот вопрос. Я могу сказать от себя, что суть простая. Вы видите карту из моих глаз. Вы видите, что я там периодически смотрю на радар, периодически смотрю на ХП, на киллы и так далее. Берется, например, эта статистика за неделю времени. Берется статистика других профессиональных игроков тоже за неделю времени. Потом это устройство устанавливается какому-нибудь серебру, например, да. И сравниваются показатели, как часто, например, на радар смотрит Гетрайт, Зевс и так далее, и как часто на радар смотрит Нубло. Ну и, соответственно, если у Нубла эти показатели будут ниже, они, естественно, должны быть ниже, ну, скорее всего, я так думаю. Или наоборот, выше, да? То есть, например, Нубло только по радару передвигается. Это тоже неправильно. Ну и, соответственно, игрок с меньшим уровнем подготовки должен брать пример со своих старших сородичей и, соответственно, учиться играть немножко по-другому, то есть больше концентрировать свое внимание как раз-таки на прицеле, меньше на радаре, меньше на ХП, ну и меньше вообще по всему экрану. То есть в ФП-шутерах нужно смотреть всегда на прицел и частенько заглядывать на радар, на ХП и на все остальное. Ну и, конечно же, есть там позиция, я уже показывал у себя на стримах, например, там, представьте, дельпан на дасте, то есть спуск единица за контров. Там стоит у нас снайпер, смотрит зик очень часто. И когда там один игрок, он часто должен смотреть и длину, и зигзаг. Поэтому частенько прицел вообще находится где-то по центру на стене, и взглядом, так влево-вправо, влево-вправо, вы смотрите и чекаете и длину, и зиг. Ну и, собственно, вся суть этого устройства. В будущем, возможно, добавятся игры и какой-нибудь софт, где можно будет управлять только глазами. То есть вы сможете играть в игры, смотреть и проходить какие-нибудь миссии. Ну и, конечно, мышка понадобится тоже. Ну и, думаю, можно это устройство как-то сопоставить с какими-то самыми крутыми девайсами, которые там уже научились считывать мысли, а такие есть, какие там импульсы они читают, и можно таким образом управлять компьютером с помощью этой штуки. Ну и, собственно, на этом все. Я надеюсь, я объяснил, что это за красный кружок. Да, соглашусь, наверное, в Доте, в Старкрафте и в каких-нибудь таких вот стратегиях девайс немножко полезнее для зрителя, потому что действительно интересно, как часто там тот же Дэнди смотрит на карту, куда он там чекает там время, крипы, леса и так далее. Ну, то есть сверху, я думаю, там вообще взгляд бегает по всей карте у этого человека. И этот девайс собирает эту статистику, опять же. Для CSGO пока что этой статистики нету, но вот для Dota и для StarCraft вроде как уже все работает, поэтому совсем скоро у нас появятся какие-нибудь интересные результаты. Пальчики вверх, прямиком из США. Пока-пока.